Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и в этом видео мы с вами подведем итоги месяца, то есть сентября, что же у нас получилось по результатам, соответственно, в ближайшее время уже совсем скоро все узнаете, ну а я же отмечу, что да, последнее время не было видео, я пропадал ввиду того, что не лучшим образом себя чувствовал, но сейчас я уже в строю, и соответственно уже в ближайшее время появятся первые прогнозы, поэтому обязательно следите за каналом, включайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ну и также не забывайте оценить видео пальцами вверх. Итак, поехали. Что касаемо сентября, в целом у нас получился неплохой месяц. Сейчас вот на экране вы видите, в принципе, результаты. Можете все это сами сверить без каких-либо проблем. За этот месяц у нас получилось 53 ставки, из них 27 плюсовых, 17 минусовых, 8 возвратов. И одна ставка у нас не сыграла ввиду того, что матч перенесли. Это из матча чемпионата Англии. Я думаю, что многие его помнят, но в любом случае, неважно, перенесли и перенесли. Результат все равно у нас получился довольно хорошим. В начале месяца мы с вами сделали отличную лесенку из трех ступеней, и также в конце месяца у нас зашла первая ступень, которую мы, соответственно, уже в будущем будем продолжать развивать эту лесенку, и надеемся, что сможем сделать отличный результат и там. Но в любом случае, за этот месяц мы сделали хорошую прибыль, 3500 рублей. Если бы вы ставили при средней сумме ставки в 1000, у вас получилось бы по итогу. На мой взгляд, хороший результат, уже лучше, чем в прошлом месяце. И постараемся, соответственно, уже в следующем месяце сделать результат еще лучше и, соответственно, заработать еще больше. Матч впереди отличный, так что будьте активными, следите за моим YouTube-каналом. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.